Всем привет! Сегодня у нас октябрь, какое-то там число лохматое. В общем, сегодня надо будет выбрать из того, что у меня есть, брус 150-й. Вот где-то вот из вот этих вот, что у меня остались. Тот, который пойдет на перекладины. То есть вот так вот будет установлен туда. Там два столба тоже установил я уже. Вон они виднеются. Укосины здесь стоят, потому что в одного, соответственно, это все делается. Поэтому я поставил укосины, и у нас сегодня валит прям конкретный снег. Сделать нечего, все равно придется это все делать. Можно, по идее, сейчас накрыть, накрывая его вот такой пленкой, чтобы потом лучше обрабатывать дерево, потому что немножко подмокнет, и все, уже проблема будет. А так, может, сейчас прекратиться, конечно. Чем я ошибаюсь, могу ошибаться. Вот так вот.